Итак, друзья, коробка Gazon Next. Сейчас раскроем, будем ремонтировать. Хозяин коробки Максим. Вот. Сейчас, значит, скроем и будем уже смотреть, что в ней тут у нас сломалось. Разбираем ее по кругу. Так, друзья, коробку разобрали. Значит, это подшипник уже новый накинули. Причина была у нас 3-4, плохо включалось. Полукольцо, кольцо прижимного подшипника вторичного вала у нас под замену. Оно съедено, был люфт в хвостовике. То есть вот так вот ходил вал. Также подшипники меняем на нем. Подшипники будем ставить Espro. Вот такой вот комплект. Стоит он гораздо дешевле, чем оригинал. Оригинал стоит что-то около 20 там, или 20 с чем-то тысяч. Значит, у нас в комплекте уже идут сальники. Сальник, видим, заводской. Все, хороший сальник, не какой-то фуфло. Подшипники у нас промвала идут, промежуточного вала. Также у нас идет комплект игольчатых подшипников. Входит сюда сальник первичного вала. Вот. И получается два подшипника. Еще у нас идет. Это подшипник первичного вала, первички. И подшипник вторичного вала. Что сказать по поводу подшипников? На газон я ставлю их первый раз. Что касается газели, мы их ставим уже где-то год, даже может больше года. Еще не на трехсоставную коробку. У нас свой парк машин. Частые перемены водителей. Ну а вы сами знаете, если машина ходит по рукам, коробки долго не живут. Ну так вот, что касаемо этих подшипников, еще ни одна коробка у нас не вернулась с подшипниками. Да, проблема есть, возвращается там 3-5, ну это на всех трехсоставных коробках. Но что касается самих подшипников, ни одного не видел, что развалилось. Может быть, конечно, у кого-то такое было, но вот за год практики мы с этим не сталкивались. Также подшипники эти делаются в Китае, как и СКФ делается в Китае. Сейчас все делается в Китае, все производство там. Но как нас заверяет поставщик подшипников, что они выполнены из более качественного металла. И сами наши шарики, и трущиеся, скользящиеся поверхности, что гарантирует нам большой ресурс. Что касается закрытого подшипника, он набит смазкой мобиловской внутри, синькой. Вот. Так что дальше. Значит, сейчас мы меняем подшипники, перепрессовываем раз, два, и на вторичном вале. Вот у нас вторичный вал. Вот два подшипника пойдет под замену. Коробка моего подписчика Макса. Познакомились с ним у меня на канале. Как-то пару раз приехал. Сейчас сам ремонтирует свой газон. Экономит на этом деньги на ремонте. Ну и плюс уверен в нем полностью. Газон у него уже больше 700 тысяч прошел. Ну вот коробку делать не может. Поэтому снял ее сам опять же на улице и привез ее сюда. Вот мы ее разобрали, значит, сейчас поменяем кольца синхронизатора, полукольцо вот прижимное, сальнички, подшипники, намываем, собираем, и все. Как бы в этом причина и была. Хорошо, что он вовремя ее снял, так как вал гулял, могло это все кончиться очень печально, поэтому ремонт вышел недорогостоящий. Вот. Сейчас, значит, перепрессуем, намоем, соберем и будем закрывать корпус. Так, чтобы выпрессовать подшипник, вот так две монтажечки. Давим, и он у нас выходит. Итак, все, подшипник вытащен, новый вставлен. Ну, обратно ставите головку по размеру и по обойме его чпок. Садится он сюда довольно-таки легко. Так же, как и вытаскивается. Все, коробка наша собрана. Цена ремонта стала где-то 20 тысяч рублей. Просто привез вовремя. Все, всем пока.